судебном акте учитывать данные о личности с большей долей вероятности свидетельствует о том, что, находясь на свободе, будет иметь реальную возможность оказать воздействие. И это вывод суда, основанный на большей степени доли вероятности, я считаю, что вывод суда на вероятностное предположение быть построен исключительно быть не может. Это решение является, я полагаю, незаконным судебным актом. И суд апелляционной инстанции должен дать ему соответствующую правовую оценку.